что у нас сегодня идет работа с зубами 26, 25, 24. Это 26 мезиальная стенка зуба глубоко под десну. Мы создаем преэндодонтический билдап. 25-й зуб мод, замена старой пломбы из амальгамы. И 24-й зуб кариес контактного пункта второй класс. Обязательно, даже если у нас два зуба, каждый из зубов при втором классе нужно обернуть лигатурой и вывести ее. Значит, если вам лигатуру не хватает завести за ретейнер, вот здесь мы можем вот так вот завести. Вот. Нам хватает, в принципе, это очень хороший вариант. Если вам этого не хватило расстояния, я все время лигатуры держу чуть-чуть в таком поднатянутом состоянии, то мы их можно оборачивать вот так вот в 3-4 виточка, просто вокруг уголочка вот этой рамочки с этой стороны. Вы получите очень удобную изоляцию, они будут убраны, завернуты под платочек, и вам ничего не будет мешать. Очень хорошо, очень советую это все сделать, если вам это удобно будет. Эти же зубки 26, 25, 24, обратите внимание, как здорово Никтон пролезает между зубов и изолирует десну в межзубных промежутках. Флоссы этому только способствуют. Вот то, что я вам показывал. Ради этого обязательно надо это использовать.